в одной комнате все затолкали, вот. А там, Господи, если что свет зажгешь, черным-черно, как лоб тут. Вот насекомых полно. Ну, сарай есть сарай. Некуда везти, бросать им помещение нет, что ли, или специально нас не бросили, либо так что-то гайбя. И вот там только времени мы были, я уже не помню. Это вот точно я не помню. Вот. Мать их тайгом повели, чтобы лес рубили. Вот. Вот так по колено по горло снегу, вот, она там простыла так. И вот так еще племянник у меня был, он забыл, и хавдрлат весь, что делать не знает. Без ключка прям, она прямо его парила, так немножко хоть отеки, чтобы отошли. Настолько. А ты еще охоты нет уже. Нюмбе на бясна всю нюмбе, негимбичка, ага, картошка, да? Все обменивали, буквально. Даже что смогли, все обменяли. Тига-тига-вяджа, видимо, наверное, уже сколько, вот я помню, наверное, весна больджа-джа-джа-джа-джа-джа. Уже март, наверное, это зимой нас повезли. Сколько это время прошло, уже время-то прошло, наверное. Вот. Мать рассказывала так. Потом вот Ахнайнкови, материн, это брат, это сын, он военный служил, там этот лейтенант, вот, военный. Господи, из Харата отпустили его, он ранение получил, вот эта правая рука у него была не прямая, вы понимаете, вот так от ранения. Вот. Потом после этого осколки, потом выходили, они это оперировали. Вот он искал нас по всему, везде. Вот после там благополучно, когда ехали, они же в таких местах хорошо попали. Ага, вот. Везде и Алтайский край, Краснодарский край, там все попали. А мы, черт возьми, куда, в какой-то самый глушь, в Сибирь попали. Какую область? Не помню. Не помните, где? А где вы были в Сибири, не помните? По-моему, Енисей. Ну, там вода же была, это Енисей. От Енисея, видимо, водный транспорт перевозили вот этот Труханск. Там вот этот Труханский, вот, мой нахцхэ, нашел, вот. Еще в списке некоторых не было. Ага, в списке составителей не было. Всех они собрал, вот, и перевез в Труханск. Труханск, видимо, наверное, там недалеко был. Откуда мы знаем чего, куда мы идем. И вот так он нас нашел. Это брат? Ага, это дядя. Нашел нас, вот хою всем ляган, еврейнане, экшнедюнен, и маднеге. А маме, значит, а бабушка моя умерла, отцухла, вот, в бараке увезли в больницу, там она умерла. Уже, что, китный вагон, да, холохотугуа, все.